Вскоре начнется Хэллоуин, главный праздник страха и ужаса. Вселенная Warcraft, к нашему большому счастью, испещрена кучей жутких вещей. За милыми существами могут скрываться настоящие чудовища, а доброжелательные NPC могут являться злом во плоти. Этот ролик я хочу посвятить теме жестоких, мрачных, жутких вещей в World of Warcraft, которые в разные периоды времени заставляли игроков колебаться, ужасаться или как минимум недоумевать. Рыцари смерти, пожалуй, самый злой, мрачный и депрессивный класс в игре. Лично мне кажется, что разработчики порой забывают о том, кем они являются. Жестокими монстрами, чьи сердца не бьются уже много лет. Примерно до Легиона разработчики порой в красках демонстрировали жестокость этого класса. Некоторые такие элементы даже приходилось удалять. В гневе короля Лича прислужники Артаса до того, как вырваться из-под его контроля, убивали невинных, обращали в плеть мирных жителей или даже убивали своих старых друзей, и только ради того, чтобы возвыситься в глазах мертвых. В Легионе у рыцарей смерти была, наверное, самая отчаянная мотивация. Есть враг, пылающий легион. Этот враг хитер, коварен и опасен. Соответственно, цель рыцарей любой ценой избавиться от пылающего легиона. Именно любой ценой, даже если придется поднасрать своим союзникам или напасть на вчерашних братьев по оружию. Как они в Легионе напали на Орден Серебряного Авангарда, который тоже сражался с Плетью и Легионом, устроили бойню, перерезали много паладинов, и все ради того, чтобы воскресить бывшего паладина в виде нового рыцаря смерти, я прежде уже рассказывал. Серебряный Авангард даже после Легиона в диалогах припоминал это безрассудное, жестокое и подлое нападение. Но в идеологии рыцарей оно оправдано тем, что хоть немного, но оно могло бы приблизить их к уничтожению пылающего легиона. В другой квестовой цепочке рыцари через короля Лича лицезреют видение. Видение, в котором был показан величественный, могущественный дракон. Из заданий игроки узнают, что Артасу не удалось найти этого желанного дракона. Но теперь его найдут они. Игрока отправляют в храм драконьего покоя, чтобы, в кавычках, побеседовать с бронзовыми драконами и разузнать о судьбе того могущественного существа, которое я описал пару мгновений назад. Несмотря на то, что эти бронзовые и красные драконы выступали союзниками для игроков еще в гневе короля Лича и даже катаклизме, рыцари вели себя непреклонно. Как было сказано ранее, цель – уничтожить пылающий легион, даже если придется навредить союзникам. Для понимания приветливости рыцарей, диалог между игроками и драконами разворачивался примерно так. «О, привет! Спасибо, что снова посетил нас! Или это твой первый визит? Как сегодня прошел твой день?» На что рыцари отвечали: «Расскажи мне, что ты знаешь о леднике на севере, где пал могущественный дракон». Глаза Тризорму сузились. Он говорил: «Что именно хочет получить от этой информации такой разносчик смерти, как ты?» Рыцари смерти на это удручающе отвечали: «Это не просьба». После этого рыцари начинали душить весьма приветливого дракона и выбивать из него информацию. И так дело повторялось несколькими другими драконами. Когда рыцарям удается узнать информацию о великом драконе, протагонист цепочки говорит: «Знаешь ли ты, почему стая драконов пытается помешать нам найти наш приз? Кости огромного красного дракона изобилуют сущностью жизни даже спустя десятилетия после его смерти. Ты поглотишь эту жизненную сущность, испортишь ее и превратишь в нежить». Далее игрока отправляли бить нежить и воскрешать этого дракона в качестве своей слуги. По сути, рыцари пытали и даже убивали более-менее добрых драконов, чтобы воскресить одного мертвого. Кстати, по поводу убийства драконов. В патче 7.2.5 была удалена одна ачивка за убийство дракончиков. Если игрок во время одного из квестов этой цепочки уничтожал всех красных драконов, то он получал ачивку «Нечестивая решимость». А после получения ачивки король Лич произносил фразу: «Ты внутри так же пуст, как и я». Некоторые игроки отмечали
неправильность этой ачивки. Тем более, дракончикам и так в свое время немало досталось, да и в прошлом они даже могли выступать союзниками игроков. В патче 7.2.5 ачивку удалили. Сначала игроки подумали, что это произошло из-за жалоб сердечных игроков, которые считали, что это достижение было уж больно жестоким. Однако, позже разработчики прокомментировали удаление и сказали, что удалили потому, что это, цитирую, «не соответствует их философии достижений», особенно учитывая, что эту ачивку возможно было получить только во время этой цепочки заданий, то есть игрок имел только одну возможность ее сделать на одном персонаже. В любом случае, это лишь один пример их жестокости, которую разработчики показали в Легионе. В других заданиях они истребляли членов Алого Ордена, били лица добрым паладинам и действовали в интересах рыцарей Черного Клинка со всеми вытекающими. Кстати, забавный факт. Когда-то я упоминал, что рыцари смерти испытывают вечное страдание из-за своей жажды убивать, которую они пытаются сдерживать. Их жизнь является чем-то вроде нескончаемого понедельника. Но что же до эмоций, и в особенности позитивных эмоций? Могут ли они влюбляться или ненавидеть? На форумах периодически поднимается вопрос эмоциональных способностей рыцарей смерти. То ли это баг, то ли это фича, но в огромной вселенной Варкрафта есть намеки, что ответ на вопрос, могут ли они испытывать эмоции, и да, и нет одновременно. Где-то может упоминаться, что будущие рыцари смерти могут колебаться, и даже они могут поражаться жестокости плетью. Например, один сотрудник Blizzard, который занимался написанием лора, отмечал, что они могут испытывать положительные эмоции, но только редко и кратковременно. А вот негативные эмоции они воспринимают куда глубже. А в одном относительно недавнем рассказе упоминалось, что смерть лишила Магрейна всего яркого калейдоскопа смертных эмоций. Он не способен любить, радоваться, чувствовать гнев, как это делают живые. А с другой стороны, у нас есть цепочка заданий с рыцарем смерти Кальтирой, который даже после своего обращения сохранял теплые чувства к своей живой сестре. Короче говоря, ответить на вопрос, испытывают ли они эмоции, немного проблемно. Точно можно сказать, что если и испытывают, то далеко не так ярко, не так объемно и чувственно, как это делают живые. И это отчасти объясняет их жестокое поведение во время квестовых цепочек в Легионе. Вообще в Легионе люди отмечали, что классовые задания рыцарей были действительно темными. И хотя некоторым, как я сказал ранее, это не очень нравилось, истинные ценители мрачных рыцарей были в восторге от видения разработчиков. Образ пиратов всегда кажется привлекательным. Веселые путешествия, крутые враги и море приключений. Так-то оно и так. Но иногда пираты в Варкрафте могут быть достаточно жестокими. В дополнение к Катаклизм развивается история противостояния пиратов. Главный город пиратов в Восточных Королевствах — это Пиратская бухта. Пираты из Кровавого Паруса инициировали приготовление для захвата этого города. Они намеревались взять его под свой контроль, что открыло бы им огромный поток возможностей и принесло бы им кучу золота. Ясен-красен, что гоблинам из Пиратской бухты планы Кровавого Паруса не очень пришлись по душе. Игрока в различных заданиях просят саботировать работу пиратов, истреблять местных командиров и захватывать их планы, из которых становились понятны масштабы операций захватчиков. Игрока просят проникнуть в ряды Кровавого Паруса и кормить их дезинформацией. Но пираты Кровавого Паруса не то чтобы сильно доверяют игроку. Поэтому в кавычках новоиспеченному члену Кровавого Паруса выдают задание грохнуть одного важного капитана Таурена. Но так как игрок является секретным агентом и действует в интересах Пиратской бухты, и в том числе в интересах этого Таурена, убивать эту гуманоидную коровку нельзя. Но что же делать? Пиратам нужна голова Таурена. Где ее достать? Таурен предлагает игроку жестокое решение, которое поможет укрепить прикрытие игрока. И этим решением является убийство этой милой невинной коровки из Пиратской бухты. По задумке Таурена, глупцы из Кровавого Паруса не знают его в лицо. Поэтому им вряд ли удастся отличить его голову от головы коровки, дающей молоко. Глупо, вероломно и
удручающе. В общем, игрок вынужден убить ни в чем не повинную коровку. Страница на вебхеде этой коровки усеяна тоскливыми комментариями из разряда: «Я убил тысячи игроков Альянса, я устраивал геноцид целым видом. Но впервые в истории Варкрафта мне стало грустно от того, что я кого-то убил. Спокойной ночи, милая королева». Или: «Может, мне стоило просто убить Таурена? Коровка не заслуживает смерти». Ну и так далее в подобном духе. К слову, технически у игрока есть возможность убить того самого Таурена, но только квестового предмета, его головы, к сожалению или к счастью, с него не выпадет. Что скрывается под недрами земли? В совершенно разных уголках Азерота мы встречали или хотя бы получали намеки на что-то ужасное. На что-то ужасное, скрывающееся под землей. Это и намеки на древних богов под степями, и звуки сердцебиения древнего хранителя под порченными тересфальскими лесами. Но не так уж и часто это самое ужасное вырывается наружу. В локации «Сумеречное Нагорье» мы встречаем некое существо по имени Изарат. Оно представляет из себя огромную пасть, которая вынырнула из земли. Размер этой пасти сравним с комнатой целого босса. Зубы этого существа заострены и походят размерами в небольшое здание. Вокруг этого чудовища развернулись демонические щупальца, которые атакуют любого, кто попытается приблизиться к этому неприятному созданию. Несмотря на то, что только внешняя часть Изарата уже размером в небольшую подзону, не стоит забывать, что внутри, под землей, оно еще больше. Насколько больше? И вообще, что это такое и откуда оно появилось посреди Сумеречного Нагорья? Изарат является древним слугой древних богов. Он был поднят из земли культистами Сумеречного Молота. В одном из заданий нам намекают на то, что он был поднят далеко не полностью, и глубоко под землей он куда больше, чем может показаться. В заданиях игроку требуется противостоять этому служителю древних богов. Сначала игроки пытаются совладать с его гигантскими щупальцами, а затем протагонисты вместе с служителями земли отправляются в его пасть, чтобы уничтожить это существо изнутри. Главная цель — его мозг, уничтожив который, исчезнет и Изарат. Когда игроки погружаются внутрь Изарата, открывается еще несколько его весьма неприятных особенностей. Первое — он вызывает кошмары, ужасные видения. Второе — это его жестокость. Когда жертвы попадают внутрь, они проходят через долгий процесс расщепления. Существо намеренно мучает своих жертв. Процесс уничтожения жертвы в этом чудовище может занять 1000 лет боли и страданий. По игроку внутри Изарата будет постоянно наноситься урон. Единственный способ остаться в живых – находиться в пределах специальных зон света. В конце цепочки протагонисты вступают в сражение с мозгом Изарата и побеждают. Казалось бы, огромная угроза позади. Но Изарат — это лишь одно из множества чудовищ, которых можно было встретить в Азероте. Аналогичных ему гигантских монстров можно было встретить в Нардсколе, во время событий с концом времен Катаклизма, в Ульдуме. В Пандарии мы вообще могли лицезреть, как одно из существ бездны вырывается из земли наружу, и в разных частях битвы за Азерот. В Горниле Штормов мы могли присмотреться к мелочам и увидеть гигантские щупальца, которые исходили из туманных глубин. Если возвращаться совсем вдаль, то можно упомянуть, что похожие служители древних богов появлялись еще во времена третьего Варкрафта в виде огромных сущностей. Одна из таких пастей даже была вполне себе убита Артаса. В не очень каноничном Warcraft RPG есть еще одно любопытное упоминание. Там говорится, что в подземном Ажилнерубе забытые кипят и жаждут однажды вернуться на поверхность. В общем, глубины в Варкрафте всегда загадочная тема, и даже не обязательно, чтобы это было как-то связано с древними богами. На самом дне озера в Нордрасиле можно найти светящийся источник, что является частичкой колодца вечности. А сами жители Азерота не чураются строить подземные комплексы.
Под Лордероном находится Подгород, под Часовней Последней Надежды склеп с захороненными видными воинами света, под Стальгорном Старая Кузница. Особое внимание заслуживает Аргримар и Штормград. В центре Штормграда находятся две тюрьмы. Одна является чем-то вроде небольшого подземелья, а вот вторая никогда не была доступна игрокам и полностью окружена водой. Собственно, и до сих пор не очень понятно, что там находится. Из обрывочных упоминаний, включая упоминания Warcraft RPG, мы можем узнать, что это хранилище. В хранилище якобы содержатся ужасные демоны, маги-изгои и прочие злые персоны. В хранилище попадают лишь те, кто не имеет права на жизнь. А единственная причина, почему их еще не убили, это отсутствие у Альянса средств, чтобы убить содержащихся в хранилище сущностей. Кстати, любопытная мелочь. Часы на этой тюрьме остановились ровно в тот момент, когда Штормград атаковал Смертокрыл. Часы не идут до сих пор. Подземелья Аргримара куда более известны и открыты. Главную роль они сыграли в Пандарии. Гарош создал и использовал этот подземный комплекс как последний рубеж своей обороны. Но он проиграл, а подземный комплекс остался. Что с ним сейчас? Ведь прошло уже больше 10 лет. Несмотря на то, что этот комплекс огромен и размером в город, он после Пандарии использовался всего несколько раз. Первый раз в Легионе, когда Пылающий Легион вернулся и вновь атаковал города Азерота. Тогдашний вождь Орды открыл хранилище, чтобы мирные жители смогли укрыться в катакомбах. Второй раз комплекс использовала уже Сильвана. Она превратила подземелье в военную базу, где обучались ее элитные солдаты, а гоблины создавали и испытывали азеритовое оружие. Там же обучались темные следопыты и проводились эксперименты над новой смертельной чумой. Игроки имели честь ненадолго посетить эти катакомбы в битве за Азерот в одной цепочке заданий, в которой требовалось освободить заточенного в этом подземелье Бейна, вождя Тауренов. С того момента прошло уже больше 4 лет, и нам пока неизвестно, что сейчас происходит под Аргримаром. А это особенно интересно, учитывая, что Сильвана больше не является вождем Орды и вряд ли продолжает там свои эксперименты. Ну и напоследок, один, по-своему, жестокий и весьма абсурдный квест, который был доступен в Тлеющем ущелье. И назывался он так: «Казнь через лишение сна». Протагонисты в задании говорили следующее. Чтобы подорвать силы черного железа в шлаковой яме, необходимо нанести удар по самому уязвимому месту. Так вот, скажи мне, как они будут спать, если у них не будет подушек? Правильно, никак. Поэтому надо прокрасться в шлаковую яму и стянуть все их подушки. Да, вы не ослышались. Один из лаконичных способов разобраться с угрозой дворфов черного железа – это тупо украсть их подушки, чтобы они не могли спать на своих неудобных, черствых кроватях. Поистине жестоко, не так ли? В награду за это преступление против человечности игроку выдавали аксессуар под названием «Очень мягкая подушка», которая замедляла скорость игрока при падении. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!